Доброго времени суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем кооперативное прохождение чистого ванильного Майнкрафта. С вами я, Костя, Димон. Всем привет. И Антоха. Всем здорово. Мы продолжаем гнать нашу стаю псов домой. И, в общем-то, тут уже недалеко осталось до дома. Да, самое опасное для стаи — это криперы. Что это за лунка с водой тут? Это кто-то из нас ее? Нет, может, появилась. По-моему, сухие кусты ни для чего не нужны. Но я их собираю. На пустыне у нас что-то какая-то вообще. Ничего полезного. Ё-моё. Они на кактусы напарываются и начинают очень сильный урон получать. Угу. Что там? Сколько у кого жизней? По максимуму. Вообще, не люблю с такими стаями ходить. Потому что надо постоянно следить. Никто там не загнулся и все такое. Это так, это там против какого-то босса можно. А иначе дороже выйдет. Блин, опять не прорисовалась местность. Офигеть. Да уж. С прорисовкой бывают серьезные проблемы. Офигеть, сколько там лавы было внизу. Вы не отстаете? Да нет. Нет. Наше здание. Ого, тут какая-то пещера. Зомбик в золотых доспехах. Ничего себе, долго грызли его. А факелы есть у кого-то? Ну, я уже дома. Уже? Ага. Опа, белые какие-то цветочки. Ну-ка. Голубой. А, я, по-моему, уже их срывал. Антоха, а ну-ка скинь мне факелы. Антоха, ты где? Возле этой самой. Ну, ближе к этой. Скидывай факелы. Тю, что за прикол? Ага, блин, хлебом их не покормишь. Ага, есть. Странно. Опять какие-то подлагивания. Может, опять сервер крашнутся. Видимость довольно хорошая тут. Ну, а теперь, кстати, нам надо быстро загон сделать. Там заборчик есть у нас? Блин, я своего щенка грохнул. Захватывайте заборчик из ящиков и несите его. Сделаем, наверное. Ух ты, ё, у меня голод довольно сильный.
Три колдуна рядом стоят. Фига себе, там три и там еще два, ну это вообще гонево. Ого, там тип в кольчуге. Так, сейчас я лук возьму зачарованный. И... ну, вычерпнуть вот эту воду, которая тут... или я сам сейчас ее вычерпну. Есть. Ну что с колдунами делаем? Валим их? Как хотите, я уже далеко. Что у нас тут... что значит далеко? Так. Блин, псов могут ранить. Тоха, ты готов к бою? Готов. Сейчас подумаем, надо, наверное, с двух сторон зайти. И псы сейчас нападут на них. Я одного скелета сейчас еще грохну. Ого, у него зачарованный лук. Так, скелет готов. Опа. Там крипер и там скелет в кольчуге еще появился. Блин. Они на скелета накинулись. Ну ладно, хрен с ним. Надо крипера. Жахнуть. Крипер рванул, но псы были далеко. Антоха, а ты где? Антон. Антон. Антоха. Он в доме, в доме, в доме. Блин, на него напал этот ведьма, ведьмак. Молоко дать? Есть? Не надо. Не грохнули, он грохнул собаку. Сейчас я его шлепну, тварь. Тут это, там же стоят еще ведьмаки. Есть, я его шлепнул. Он моего покрасит. Ничего себе, тут опыта столько валяется. Ну что, щенок твой или мой? Блин, он мой, все-таки. Ничего. Блин, надо его, то хлеба его не покормишь. Нам надо теперь гнилую плоть раздобывать в больших количествах. Так, идите сюда, малые. Зачем раздобывать? У нас тут залежи просто-напросто. Четыре ячейки по 64. Хватит тебе? Ну да, нормально. А что у нас? Куда делись все эти колдуны? Один тут возле дома был. Смерть нашел свой. Зомби-житель, кстати, его можно было бы вылечить. О, нифига себе, мой песик на моей кровати валяется. Можно было проверить на эндермене, как хорошо они его лупят. Как вы думаете? У меня тыква нет, ладно, это потом. Надо загон быстро организовать с псами. Несите заборчик. Антон, неси забор. Точнее, повылаживать надо сначала, повылаживать. А то еще, чтоб не напоролись, потому что... Мой меч зачарованный с двух ударов гасит пауков и все такое. Заборчик, заборчик, есть заборчик. Зачем заборчик? Ты можешь их посадить, они будут сидеть. Ну все-таки надо сделать отдельный загон. Антон, что ты там наделал? Давайте быстро заборчик. Ё-моё! Эндермен тут ходит. Где ты находишься? Тут. Кстати, этого эндера валим или нет?
Давай валим, валим. Сейчас подойду. Нифига себе, он пса чуть не грохнул. А говорили, он не агрится на псов. Так, я заборчик, заборчик кому? Так, заборчик давай, иди со мной, сейчас будешь ставить. Вот, я кинул. Там у меня места нет. Выкинь мне что-то одно. Вот как раз земля, сейчас недалеко залатаем. Так, 15, ну этого мало, надо еще. Ну, больше нет. Так сделай. Что ты просишь тут хвостом, слышишь, ходит вокруг. Смотри. На тебе колбаски. Я вот думаю, где нам загон делать. Наверное, где-то здесь. Так, раз. Садитесь все. Что, сядут все? Вроде да, сидят все. И сейчас надо здесь поставить забор. Сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Придется, наверное, чуть-чуть здесь изменить ландшафт. Блин. Или... Я даже не знаю, куда их лучше посадить. Рядом с курями, блин. Кто-то рычит. У нас там прямо под низом... Вот тут они спаунятся, вот наверху. Пора этому поставить конец. Так я уже нашел дырку. Ты тут закапывал свою копальню, вот тут они и спаунились. Там лук валяется, подбери. Где? А, в углу. А. И вырой выход наружу. А то у меня лопаты нет. А нет, есть. Эффективность один. Тё, как это я забыл, броня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин. Сейчас всё сделаю. Кто там скулит? Воды не любит мало. Тюш, что это такое? А пусть тут льется. Чтоб мало не затонули, надо сейчас дай. Туда убегай, да. Водопад. Да, странная какая-то территория тут получилась. Малый, по-моему, утонул. Заботливо. Ого, а чё тут так много земли валяется?
Ну, пока что-то типа такого будет. Мне, по-моему, какой-то лук сил один. Выпал зачарованный лук. С кого-то. Надо скинуть хлам. Сделать заборчик. И, наверное, надо вещи будет в новую хату перемещать. Ставлю на переплавку. Ого, огневой плоти у нас поубавилось хорошо. Что-то яйца у нас так разбросаны. Прием, прием. Да. На связи. Железо у нас ровно 64. Так, ну давайте снеговика делать. Сейчас будем, подожди, надо повыкладывать. Тут очень... Блин, снежки, кстати, в другой ящик надо положить будет. Ну пусть пока тут лежат. Закрывайте двери. Я всякую всячину выкладываю сейчас. Мертвый куст. О, папоротники вижу. Так. Лук еще один зачарован. Ух ты, кольчужные поножи выпали, я вижу. Да я вот подобрал того. Луки тут у нас есть. Полуцелые. Сейчас я чиню. Ну пока пусть как-то так лежит. И лопата тут какая-то. Лук еще. Уголь скину. Стрелы, ну стрелы. У меня лук мой. Я с ним буду ходить, поэтому пусть лежит. Так. У меня мясо все кончилось. Красители у нас теперь. Имеется. Чё, сахарный тростник в ящике с шерстью? Кстати, шерсть у нас фиолетовой. Неплохо. Да, надо будет нам основательно все порассортировывать. А сейчас я хотел этот заборчик же сделать. А, кстати, у нас может даже... А, нет, почти нету. Можно проверить, нет ли его в другом доме. А овец, кстати, вы можете еще размножать. Уже для синей шерсти. Опа, а что у нас тут? Забора нету. Эндермен взорвал. Эндермен? Угу. Или крипер. То есть этот крипер. Антон, у тебя собака есть? Да. Одна, две. У нас время серии подошло к концу. А где она? Я не вижу. А, вижу, вижу, вижу. У нас этого
заборчика нету, так что придется сделать новый. 16 всего, маловато. Этим заборчиком загон. А, ну, во-первых, загон, а во-вторых, там надо пофиксить нашу изгородь. О, Антон, у тебя, по-моему, щенок появился. Светильники Джека есть у кого-то? Нету. Тут тоже нету. Надо принести из хаты нашей старой, кто-то захватите. И поставьте при входе. Светильник Джека? Угу. Он там есть? Есть. А где он лежит? В ящике там строим материалы. Сколько? Один? Ну, бери все. Тут, наверное... А, еще... Ты уже выбежал? Да. Можно было землю захватить. Наверное, чуть укоротить загон. Блин. Собака, когда ворота закрывают, калитку закрывал, то получается на собаку он нажал, но там села. Каличный у нас загон получился. Куда где Антон? Не знаю. Курятники. Все, загон с псами есть. И... Ага, я хотел еще расставить факелы. Вот здесь, потому что здесь что-то... Офигеть. Кинул яйцо, из него 4 цыплята. О, там есть такая вероятность, кстати. Но она очень маленькая, тебе крупно повезло. Джекпот сорвал. Yeah, baby. Итак, эта серия у нас время уже довольно давно истекло. Поэтому мы ее завершаем. И... всеми прощаемся. Спасибо, до встречи, что всем смотрите пока. Нас и до встречи в следующей серии. Всем пока. Всем пока.